В 2013 году бывший сотрудник КНБ Сноуден с помощью публикаций в СМИ разоблачил систему незаконной тотальной слежки американских спецслужб. Слежка и прослушка ведется по всему миру по распоряжению президента США Рональда Рейгана с 1981 года. В зоне охвата АНБ находится 38 посольств, 35 лидеров иностранных государств, более 2 миллиардов человек по всему миру. Треть земного шара находится под постоянным надзором АНБ. Приоритетными целями разведки являются Россия, Израиль, Куба, Китай. Ежедневно системы сбора информации АНБ перехватывают и записывают более 3 миллиардов телефонных разговоров и электронных сообщений. Волна протестов против АНБ охватила более 10 стран. В митингах приняли участие свыше 100 тысяч человек по всему миру. Однако американские спецслужбы продолжают наблюдать за жителями планеты. Берегите свои личные данные.